Сегодня начинается официальный визит в Молдову президента Беларуси. В Кишиневе Александр Лукашенко встретится со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Главы государств на переговорах в узком и расширенном составах рассмотрят развитие белорусско-молдавского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках ЕАЭС и СНГ. Вопросы расширения экономических связей в разных сферах будут обсуждаться на переговорах главы белорусского государства с премьер-министром Молдовы. В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. Также будет организована выставка белорусской продукции. Авиапарк «Белавия» пополнился новым самолетом. В Бразилии прошла церемония передачи лайнера Е-175. Это первый «Эмбраер «Белавия» в фирменном обличии. «Василек» на протяжении последней недели проходил облет, тестирование и проверку белорусскими инженерами. Воздушное судно собирали на заводе в Бразилии около 3 месяцев. Изменился внешний дизайн, интерьер, а также расположение кресел. Кроме того, самолет стал более управляемым и экономичным. В Минск его доставляют с 3 техническими остановками для дозаправки. В национальном аэропорту завтра состоится торжественная церемония встречи. Тысячи байкеров из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона. Масштабное шоу пройдет 29 апреля. По традиции, большая колонна мотоциклистов проследует от Кургана Славы к площадке у Дома футбола. Именно здесь ровно в 11:00 развернется большая культурно-развлекательная программа.